раз всем доброе утро. Сниму вам сториз сейчас прямо из закрытого парка. Это как то место, откуда пилоты забирают машины утром, где ночью они ночевали, где не было доступа механикам под охраной, чтобы ничего не изменить. Да, вот сейчас мы забираем машину, едем в сервис-парк, меняем колеса на боевые. И сегодня у нас супер сложный день. Сегодня у нас 8 спецучастков. 8, 2 из них по 19 километров, то есть мы сегодня очень много ездим, очень сложно, вчера это была разминка практически перед сегодняшней бурей, вот, но мы очень рады, получаем удовольствие, я вот вам сейчас сниму сторис, а потом вечером к вам вернусь, потому что у нас не будет ни возможности, ни интернета толком, ну там посмотрим, может быть и будет на перегонах, вот, спасибо всем за поддержку, спасибо, что болеете, и спасибо всей раллийной семье за такой теплый прием. Доброе утро, мы с вами находимся в закрытом парке, сейчас забираем тачку, и у меня не хватает чуть-чуть до 8 тысяч, молодой человек. До 8 тысяч чего? Не рублей, а подписчиков, да. Будьте любезны. До 8 тысяч рублей у меня не хватает 8 тысяч рублей. Степан, что-то как-то странно ты выходишь. Самое главное, ребята, не вот это, самое главное, что вот это финиш, и мы финиш прошли. Короче, у нас по полной раллийные приключения. Мы сейчас на перегоне со всеми вместе, все нормально. Мы финишировали вот в этот сугроб уже после финиша. То есть проехали финишный зазор на лютом газу, на третьей подсечке, финишировали, чуть-чуть затянуло. Колесо, кстати, у нас спустило. Мы сейчас его все поменяли, все это будет в HGTV. Каролина в порядке, бампер так чуть-чуть это... Ну, это сувенир. Давай оставим. Давай. Оставь, положи его. Вон как пойдет. Или разыграем среди подписчиков. Да, короче, спасибо огромное мужикам, всем, кто вытаскивал. В общем, все нормально, мы едем дальше. Зато шоу сделаем. Делаем шоу, Вася! Собственно говоря, пока ждем сейчас, смотрим, как это было. Вот разгоняемся. Вот, предварительный финиш, Степа говорит финиш, левые три, вот финиш, левые три, на! Добрый вечерок! Кладай кулаками! Добрый вечерочек! Ребята, похоже, наша гонка закончилась на 9-м спецучастке, потому что прямо на старте у нас заглохла машина полностью, и все. И нет, не подает признаков жизни, что-то сломалось у нее. Руками ее дотолкали до старта, так тут надо делать. То есть мы стартанули под то, что нас зрители вытолкали, и все. И мы ждем эвакуации, потому что у нас Каролина сломалась. Блядь, расстроен максимально, если честно. Просто пиздец. Такой настрой был боевой. Сейчас люстру уже поставили. Сейчас еще два ночных допа должны были быть впереди. Сейчас два дневных и два ночных.